Странный туман накрыл южное побережье Великобритании. Более 100 человек попали в больницы с проблемами дыхания, раздражением глаз и горла. Из-за химического облака непонятного происхождения эвакуировали целый поселок в восточном Сассексе. Полиция призывает жителей близлежащих городов и сел не выходить на пляжи, не открывать окна и двери в домах. Пока непонятно, что стало источником этого загадочного тумана. Как только я приехал на пляж, у меня стали зудеть глаза. Сразу ко мне подошли пожарные и сказали идти домой.